спортивный комплекс «Хоккейный город», где во второй игре четвертьфинальной серии Кубка Харламова плей-офф Олимпиад-чемпионата молодежной хоккейной лиги команда СКА-1946, город Санкт-Петербург, сыграет с командой «Динамо», город Москва. Состав играющих команд. Команда «Динамо», вратари, номер 1 Максим Еременко, номер 40 Ростислав Глущенко, защитники, номер 8 Арсен Таймазов, номер 23 Артем Кудашов, номер 38 Никита Баклашов, номер 39 Игорь Вербицкий, номер 47 Владислав Чуркин, капитан команды, номер 74 Никита Новиков. Нападающий, номер 14, Никита Буруянов, номер 22, Матвей Максимов, номер 44, Алексей Зайцев, номер 53, Богдан Носачев, номер 57, Максим Пирогов, номер 66, Матвей Надворный, номер 73, Никита Рыжов, номер 78, Тимофей Катков, номер 79, Андрей Никонов, номер 80 Егор Римашевский, номер 87 Артем Иванов, номер 89 Александр Лисов, номер 91 Сергей Савинов, номер 99 Эмиль Пьянов, главный тренер команды Антон Антониевич Кабреда. Состав команды СКА-1946. Вратари. Номер 1 Сергей Иванов. Номер 31 Глеб Саранчук. Резервный вратарь Кирилл Герасимюк. Номер 20. Защитники. Номер 12 Иван Ремезовский. Номер 25 Григорий Орлов. Номер 33 Никита Смирнов. Номер 47 Егор Зеленов. Номер 71 проф. Зенков. Номер 77 Иван Корнилов. Номер 87 Владислав Сапунов. Нападающий, номер 16 Семен Демидов. Номер 18 Александр Щербаков. Номер 23 Григорий Осипов. Номер 38 капитан команды Егор Гурзанов. Номер 59 Григорий Кузьмин. Номер 72 Дмитрий Бучерника. Номер 74 Никита Недопекин. Номер 79 Егор Граф. Номер 82 Давид Мамаладзе. Номер 88 Даниил Лазутин. Номер 91 Иван Демидов. Номер 97 Владимир Андреев. Номер 98 Владислав Романов. Главный тренер команды Владимир Викторович Филатов. Команда «Динамо», вратарь, номер 40, Ростислав Глущенко.
Защитники номер 38 Никита Баклашов. Номер 47 Владислав Чуркин. Нападающий номер 14 Никита Буруянов. Номер 79 Андрей Никонов. Номер 80 Егор Римашевский. Российской Федерации.
номер 3 и Владимир Андреев, номер 97, шайбу забросил Никита Недопёкин, номер 74. Thank you.
С передач Никиты Смирнова, номер 33, и Егора Крафта, номер 79, шайбу забросил Егор Курсанов, номер 38. Семен Демидов, номер 16.
составе.
спонсор команды СК 1946, компания «Газпром Экспорт». Здравствуй, болельщики! За удар соперника коленом малым штрафом наказан игрок команды «Динамо» Игорь Вербицкий, номер 39. Thank you.
46, компания «Газпром Экспорт». Дорогие друзья, после завершения матча приглашаем вас в Ледовый. Там смотрим игру плей-офф континентальной хоккейной лиги «Торпедо СКА» на большом экране. Фан-зона начнет свою работу в 18:30. Конь-огонь, СКА Систерс и шикарный хоккей в лучшей компании. Ждем вас всех в Ледовом. Вход свободный. Yeah!
78. Шайбу забросил Семен Демидов, номер 16. В команде «Динамо» замена вратаря. Ворота защищает Ростислав Глушенко, номер 40.
спортивное поведение. Малым штрафом наказан игрок команды СКА 1946 Егор Гурзанов, номер 38. Передача Владислава Чуркина, номер 47, шайбу забросил Андрей Никонов, номер 79. Команда «Динамо» играет в полном составе.
Передача Владислава Чуркина, номер 47. Шайбу забросил Никита Баклашов, номер 38. Yeah.
16:46 играть в полном составе.
За удар соперника клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Динамо» Владислав Чуркин, номер 47. За грубость малым штрафом наказан игрок команды «СКА» 1946 Егор Курзанов, номер 38. Дорогие друзья, матч окончен. Со счетом 8-2 победу одержала команда «СКА» 1946. Счет серии становится 2-0 в пользу команды «СКА» 1946. Спасибо за внимание.